этом зяке есть люди, которые всегда работают с огоньком. 415-я база, ответьте. И чтоб я вас здесь больше не видел, пошли вон! Ну что ж, начнем. Жизнь и приключения камызякского авторитета Дениса Алькапончика. Здорово, бандиты. Пришел бычара, где бабки? Да! На, хорош! Да! Хорош! Хорош! Еще раз так сделал. Да хватит, что меня по полу елось! Короче, ты когда бабки вернешь? 15 мая. Вот слушай меня сюда, придурок. Да-да, слушай. Короче, придурок, 25 мая я плачу кредит. И если у тебя там что-то не получается, просто позвони, я перезайму. Ну, понимаешь, пеня идет, понимаешь, пеня. Я пошел. Придурок. Ну что, как я его? Плохо, очень плохо. Плохой опыт тоже опыт. Эй, пошли. За мной! Эй! Снайдеры, парни, бубнями, шаленными ветрами, нас молят эксе. Что, бандиты? Ты в ясные очи, ёнь! Харе кричать, салаги, на лося! Ты чё, бычара? Ха! Ногу отпустил. Да хорош. Ну не могли потише играть? Я тебе сказал, ногу отпустил. Да хорош. Руку и ногу, да, отпустил. Хорош. Ты чё, не понял меня, что ли? Да, все нормально. Все нормально, он мне по руке попал. Слышишь ты, Рэмбо? Да это комплимент. А сейчас за что? Короче, ты местный? Да. Слушай меня сюда, местный. Где здесь травмпункт? Сам найдешь. Свободен. Эй! За мной, да.